Ты, наверное, та сам. Чудесная скайримская погода, про которую все только эти... Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Тебе удалось выжить. Значит, он у тебя. Будем надеяться, что псиджики не ошибаются, и в нем действительно сокрыта большая мощь. Ну вот, смотри, сила Анкана растет. Мы не можем преодолеть его магические щиты. Надеюсь, твой поход у лабиринтиан не был напрасным. Она погибла. Когда стало ясно, что нам придется отступить, она осталась, чтобы прикрыть отходящих. Я пойду за тобой. Нельзя было сюда тащить эту штуку. Я буду очень удивлен, если хоть кто-то из нас выживет. Думаешь, я не смогу тебя убить? У меня в руке сила, что может обрушить мир в небытие. А ты считаешь, что можешь с ней тягаться? Знание не действует. А! Я вне пределов твоих жалких магических сил. Ты не сможешь коснуться. Посох. Возьми посох у меня в попу. Хватит! И все же ты настаиваешь? Хорошо. Погоди. Увидишь, на что я способен. А! Нет! А! А! А!
Я знал, что у тебя все получится. Я знал, что у тебя все получится. Я не знаю. Анкана исчез. Но то, что он сделал с Оком, не прекратилось. Понятия не имею, что нам делать. Мы знали, что ты победишь. Твоя победа подтверждает, что мы в тебе не ошиблись. Тебе удалось доказать, что ты сможешь руководить коллегией в Винтерхолде. Око становится нестабильным. Его нельзя тут оставлять, иначе оно может уничтожить коллегию и весь мир. Его нужно спрятать. Действия Анкана доказывают, что мир еще не готов к такой вещи. Мы будем охранять его. Пока что. Вы сохранили свою коллегию и сможете жить как прежде. Спасибо тебе, Архимаг. Коллегия вновь в безопасности. Я знал, что ты справишься. Осмелюсь сказать, что пси-джики правы. По-моему, нет более достойной кандидатуры на должность архимага. Вот теперь это твое. И покой архимага тоже. Я в любой момент готов помочь тебе советом, если потребуется. Вообще-то да. Я, похоже, кое-что потерял. Эх, старость, не радость. Не могу найти свой перегонный куб. Я мог бы взять другой, но... Если вдруг найдешь его, принеси, пожалуйста. Что-то не могу найти свой перегонный куб. Он мне нужен для исследований. Ладно. Ну что, ты опять от горлия или на этот раз по своим делам? Дела? Дела меня обычно не касаются. Я не разделяю твоей жажды наживы. Но, как и обещал, я с радостью избавлю тебя от краденого. Передавай горлии, если увидишь ее. Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, ну что связывает горлия или на этот раз по своим делам?
Именно из-за таких, как Анкана, мы так неохотно принимаем в коллегию. Если бы не ты, мы бы все погибли. До встречи. Мы пережили тяжелое время и вышли из испытаний с честью. И это благодаря вам, Архимаг. Спасибо. Восстановление – полноценная школа магии. Что бы там тебе ни говорили. Я всегда к твоим услугам. Ах, да. Вот спасибо тебе. Ладно. Нравится тебе это или нет? Ты яркий пример для всех будущих поколений. Магов коллегии.
Руи? Ордов. Даже старше, чем я. Любопытно, драугры такие же туповатенькие, как и раньше. Ну, когда я была маленькой. Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. А ты еще откуда? Вот так. No!
А ты еще откуда? Ух ты, впечатляет. Я рада, что ты со мной.
далеко. Во имя Ким, ты меня напугал. Тут где-то бродит некромант, так что берегись. Ты мне поможешь? Он в склепе. Творит там не весь что с моими усопшими предками. Валс Веран. Моя семья никогда с ним не ладила. Но сейчас он зашел слишком далеко. Он хочет осквернить наш семейный склеп своей грязной некромантией. Урод серокожий. Моя тетушка пошла за ним, чтобы остановить его, но так и не вернулась. А один я с ним не справлюсь. Хорошо. Я отопру дверь, мы встретимся внутри. А дальше ты поведешь. Нам надо найти... Нет, тетя Агна, Талос, почему я не пошел с ней? Ничего не имею против темноты, но я уже и так столько времени проторчала в пещерах. Только богам известно, как он там оскверняет тела моих предков. Когда-то Агна сказала мне, что внутри есть тайная комната, где хоронили опозоренных родичей. Может быть, оттуда можно попасть в главный зал? Ловушка. А ты еще? Я его уже задел.
Похоже, это то место, о котором говорила Агна. Она сказала, что медведь покажет дорогу. Ты его нашел. Проход ведет через саркофаг. Не нравится мне это. Но мы все же пойдем. Хорошо, что я доверяю своему. Смотри в гробницу, где отсиживается Валс. Пошли туда и покончим с этим. Мертвые должны служить живым, а не наоборот. Я верну своих предков в Совнгард. И тебя вместе с ними. Совнгард — это миф, тупица. А теперь ты будешь служить мне вместе с твоими родичами. Не стой! Хранят тебя боги в битвах, друг. Прослежу, чтобы родичи упокоились с миром. А потом, наверное, задержусь тут. Я видел по дороге очень неплохую дичь. Здесь хорошая охота. Угу. Еще раз спасибо за помощь.
слуху. Я доверяю своему слуху. Или избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему.